Одни, играя, зарабатывают миллионы. Профессиональный игрок Counter-Strike из команды Astralis может в год заработать на призовых $1 миллион. Другие называют сына Нефарианом. Других драконов важных на тот момент не мог поискать. А есть и те, кто, сыграв, убивают. Игры могут проявить уже ранее заложенные проблемы психологические. Добро или зло 21 века? Сама компьютерная игра никогда не может навредить человеку. А может, жизнь – это и есть игра в реальность? Специальный репортаж агентства теленовостей «Нереальная реальность». Смотрите во вторник, сразу после «Панорамы» на «Беларусь-1».